Приморье присоединилось к масштабной патриотической акции «Георгиевская лента». Волонтеры вышли на улицы, чтобы раздать жителям края символы памяти о победе в Великой Отечественной войне. Акция продлится с 24 апреля по 9 мая включительно во всех селах и городах края. Раздают георгиевские ленточки представители движения «Волонтеры Победы». Мы ежегодно принимаем участие во всероссийской акции «Георгиевская лента». Охотно с волонтерами Победы раздаем памятные ленты и напоминаем гражданам о тех событиях, которые произошли в период Великой Отечественной войны. А также раздаем и памятные брошюры, в которых написано, как правильно надевать георгиевскую ленту. Мы также ежегодно принимаем участие в международной акции «Красная гвоздика». Также раздаем людям, гражданам, памятную красную гвоздику, вот можете наблюдать. Также по QR-коду люди переводят на сумму определенную и в дальнейшем идет на пожертвования. Георгиевская лента для меня – это символ гордости за свою страну и символ памяти о бойцах, положивших свою жизнь на полях боя. Планируется раздать 20 тысяч георгиевских лент. В каждом муниципалитете края сейчас работает по 10 волонтеров, а в дальневосточной столице трудятся 50 добровольцев. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.